Неважно, крутая ночь или паршивая. Завтра будет новый день. Когда ты уже найдешь себе жилье? Не слушай его. Started, we gon' finish whole game with the
как дела? О, привет. Нормально. У меня простой. Думал, как бы загрузить гараж работой. И что? Ты же тусуешься с Лигой, да? В эту самую минуту нет. Ну, это... Когда в следующий раз увидишь Манту, Чао-Чао, Хейли или кого-нибудь еще из... Можешь вскользь упомянуть, что в гараже Веры 10% скидка на ремонт и бесплатная мойка всем участникам Лиги. Хочешь, чтобы я вскользь упомянула? Да, ну, если сможешь, при случае. А как же я? Мне будет скидка? У тебя всегда была скидка. То есть не будет? Мне же нужно на что-то жить. Так ты поможешь? Я подумаю. Спасибо. До встречи. Дай знать, что они скажут. И в кого же? Большой, сильный, красивый, чуть за 50, тело мечты, я от него без ума. Речь о тачке, да? Ага, Камаро. А. Я бы жила в нем, правда? Только что забралась назад и проспала 2 часа, как младенец. Если бы в нем была ванна, вообще бы не выходила. Жаль, в магазины на машине нельзя заезжать. И можно было бы сэкономить на жилье. Именно. Мне не нужна квартира или какой-нибудь скучный дом на колесах. Нет. У меня есть мой прекрасный желтый зверь, и мои ноги больше не коснутся земли. Но в гараж-то ты все равно заедешь вечером, да? Да, конечно. Отлично. До скорого.
Thank you.
простой, так что я все думал, как загрузить наш работой. Ты же тусуешь, да? В эту самую минуту нет. Ну это, когда в следующий раз увидишь Манту, Чао-Чао, Хейли или кого-нибудь еще из них, можешь вскользь упомянуть, что в Ривьере 10% скидка на ремонт и бесплатная мойка всем участникам лиги. Хочешь, чтобы я вскользь упомянула? Да, ну, если сможешь, при случае. А как же я? Мне будет скидка? У тебя была скидка. То есть не будет? Мне же нужно на что-то жить. Так ты поможешь? Я подумаю. Спасибо. До встречи. Дай знать, что они скажут. Para que vea que también me lo gozo y se lo quito aquí, ya se puso caliente.